Всем привет, ребят! Многие из вас спрашивают, что там на десятке, что там, где десяточка. Ребят, не хватает просто времени, не успеваю записывать, но все нормально. Скоро десятка разыграется относительно. У нас вот сегодня секретный аккаунт наш, ну уже не такой секретный. Как-то времени не было, забираю сегодня плюхи, забираем топовые плюшки, вот эти вот плюшки за 15 там баксов, да, вы получили топовых героев, вы получили топовые скины, эмблемку, ну, в общем, кучу всего, плюс мы еще не все забрали, плюс мы начнем уже собирать здесь зефирку тоже постепенно, она дешевеет, так, давайте увеличим. То есть это тестовый аккаунт. Здесь мы за минималку стараемся собрать все нужные нам вещи. Так, отлично, забрали вот такие вот плюхи. Я не гонюсь за зефиркой, я вам ее уже показал. Показал, что она может. Что от нее ожидать. То есть куча видосов вы увидели. А у нас сегодня... Что-то типа десяточки, ну немножко, наверное, будет круче в итоге. Очень много планов на этот аккаунт, но, как видите, на английском сервере все дешевеет, и с выходом, я думаю, новой версии игры будет еще дешевле все. Потому что люди будут просто забрасывать и переходить, может и там будем качаться, посмотрим. В общем, это дополнительная заморочка, скажем так, как видите, обалденнейшие плюхи продают. Так, с хрустальным мы забрали, поехали покачаем немножко скины, у нас... Есть скины, которые нам надо докачать. Многих еще скинов здесь нет. Надо выжидать акции. Пооткрывать, как видите. Обычного хрона даже нет. Есть зато топовый в излишке. Поэтому я не особо здесь и таланты еще качал на этом аккаунте. Потому что нету скинов. Сейчас начни ролить таланты. Не прокачаешь все. Так, вольт у нас заряженный. Так, не понял, где наша рогатка? Рогаточка, ты где? Как-то ее проскочили. Еще много, много всего. А, наверное, здесь где-то. А, вот. Вот она, рогаточка. Поехали. Сразу же нам подгоны Эджи дает. Тыковка, здравствуй. Сказал здравствуй, сразу убежала. Тоже подкачиваем. Вот такие вот паки даже дают, видите, на прокачку. Нового дрога дают, сумочки, 1500 камней, которые нафиг, по сути, не всрались уже многим из вас. Так, отлично. Так, у нас есть... Оу, две зефирки у нас здесь есть. Вот так вот, ребят. Жестко. Поехали, пооткрываем плюшки. Как видите, здесь очень выгодно... брать вот такие вот паки. Этот пак за 20-ку был забран, и вы в итоге получаете бонусом с $20. То есть так, чтобы вы себе понимали, такие паки здесь очень часто, и когда вы видите такие паки там, где дают самоцветы дополнительно, забирайте их, это очень выгодно. Вы получаете фактически стоимость соточки. То есть пак дает вам больше бонуса, блин, чем максимально топовый пак вы купите. То есть это... надо однозначно забирать, потому что все, что вам останется потом делать на таких аккаунтах, это чисто прокачивается созвездие, потому что ресурсов, как видите, здесь просто валом. Все, что надо для игры, есть, все, что надо для прокачек, тоже есть. То есть многие здания уже вкачаны на максималке. Там некоторые надо подобирать, то есть посмотреть акции. Что там у нас по акциям сегодня, например, есть. Но сегодня скинов, я смотрю, не особо продают. Сейчас они больше камни тулят, которые тоже, по сути, нафиг не нужны.
Вот такие вот остались. Вот посмотрите, скин на зефирку. 12 тысяч апекс кристаллов, ребят, за большой пак. Это вообще очень выгодно. Свален уже пол пака, ну, дороговато за свалена, что-то они просят. Не знаю, что они в нем такого мега имбового нашли. Хрустальные тоже, в принципе, поменялся. Вот смотрите, можно эмблема получить. Некоторые эмблемы у нас уже есть. Топовые плюхи. И вот сумочки, зефирки. Сейчас мы попробуем начинать опять дальше. Точнее, не начинать, уже продолжать собирать нашу зефирку. Так, что у нас есть? Отлично, открываем это. Пиромах, это хорошо. И поехали, пооткрываем. Вот отсюда вот в основном падают самые нужные ресурсы для таких аккаунтов, для прокачки. То есть сундуков замка 5-х, 6-х, там и других. Вот видите, у меня уже перелимит желтых камней, скорее всего. Я уже не могу дальше открывать, сейчас мы посмотрим. Да, 49 590, вот так вот. Я уже не смогу открывать, пока я не начну качать кому-то прорыв. Вот печаль. Я надеюсь, они увеличат вместимость склада. Вот посмотрите, что по ресурсам делается. 2200 коробок, ребят. 2 таких тысячи. Но на русском сервере вы это будете копить очень долго и намного больше заплатите за это. Так, пятая эмблемка. Чик. А тут... пятый фан-чест. Ремочку дадут. Бог войны. Кому этот бог войны нужен? Так, открываем эти. Здесь у нас на прокачку зданий, на прокачку скинов. Тут у нас на свалена дают. Отлично. Давайте посмотрим. Может, что-то можем по зданиям еще апнуть. Надо будет заняться зданиями. Подапывать. Вот на каком-то у меня нуба аккаунте уже пятый прокачан. Напишите в комментах, у кого у вас какой прокачан с вашими донатами. Я реально понимаю, что здесь можно за неделю, там за две собрать. Так, ничего у нас нет, у нас это все есть. Можно собрать топовые прокачки сразу и не париться. Ну, это английский сервер. То есть то, о чем говорилось раньше, что если вы сюда зайдете... Да, у меня тут нету много героев, да, я их вообще практически не ролю. И карты я тоже не собираю, их пооткрывал как повторки. А можно качать все за КГшки без проблем. Так, окей, отлично, поехали. Чик. Тык. Ууу, нифига себе. Ребята, это мега трэш. Плюс 30 осколков, это мы вытащили сразу же максималку, ребят, максималка, это, блядь, это достойный лайка. IGG, спасибо, вы делаете чудеса, я, честно говоря, никогда не ожидал, я открывал очень много сумок. И вытащить 30 осколков с такого сундучка, ну, блин, это круто. Интересно, когда они вторые начнут продавать. То есть, по сути, у нас на зефирку, так вы, чтобы понимали, я потратил пока что $10. То есть, это максимум за десятку. 32 осколка, я там не заходил, не собирал бесплатные акции, но 30 я получил за $10. Вот так вот. Это нереально дешево, это нереально мега круто, потому что, если посмотреть на то, что получают, вот смотрите, это максимум, что мы получили за с такого сундука. Я не знаю, пишите в комментах, кто еще вытаскивал, но у меня, я сколько уже их пооткрывал у себя на русском сервере, я ловил уже с них, и там 1-2, 1-2, 1-2. А тут, конечно, нереально круто. То есть зефирку сейчас собрать, ну, очень легко, скажем так. Сумма, как видите, продают немерено. Правда, рандом везде, но собрать это не проблема. Что по прокачкам? По прокачкам, как видите, я постепенно, у меня просто времени не хватает, я довожу героев до второй эволюции. Мне на данный момент надо сравнять силу этого аккаунта с силой десяточки. И тогда уже начну тестировать героев, показывать вам. То есть будут интересные тесты по сборкам, интересные тесты по талантам. Что, как, куда... потому что я хочу делать, чтобы они были равносильными. То есть не делать там, тестировать 30-е прорывы на максималке, это, потому что вы этого не сделаете никогда. Вы сделаете максимум, это 10-й скилл и вторую эволюцию, там 11-й скилл, 12-й, некоторые без донаты делают, но вы их много не сделаете. То есть это оптимальный вариант. На сегодня это без дона будет, и вы будете видеть
к чему надо стремиться, какой талант все-таки лучше. То есть мы будем уже говорить на практике, без максимальных прокачек. Вот такие вот пироги, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.